классовая сова. Сова – это вообще интереснейшая с точки зрения рисования в том числе. Скицами один фокус при профильном рисунке для нас несколько непривычный. Фокус заключается в том, как у птиц открывается рот. Вот если вы рисуете стилизованную птичью голову просто как кружочек, к нему приделали треугольничек, вот здесь нарисовали глаз, будет понятно, что речь идет о птице. Поделили клюв на клюв и подкрыли. Отлично. А вот сейчас посмотрите, парочка дюбек. Во-первых, вообще-то у птиц есть ноздри. Есть такая штука. Где они находятся? Ну, вот здесь. На клюве. Поэтому мы отменяем. Раз, два, три. Почему такой резкий прогиб? А потому что в этом месте выступающая часть клюва, плоскогубцы. На ней не растут перья, и она на самом деле мягкая, в отличие от жесткого наблюда. Во-вторых, мы смотрим. Был кружочек с треугольничком, а вот этот рисунок более выразительный. Да. А ведь я-то изменил всего ничего. Значит, что сделал? Я взял, разбил линию рта до линии глаза. Так? Ну, я это сделал. Вот это на самом деле антропоморфизм. У птиц так не бывает. Значит, у птиц просто по-другому устроена часть головы, поэтому щека у них вот так выступать просто не может. Это характерно для нашего с вами выражения лица. Но, внеся такое фантастическое дополнение, я тут же получил выражение лица у этого чижика-пыжика вполне явное. Да? Хорошо.